Ускоренное развитие экономики требует модернизации профессионального образования и современной инфраструктуры подготовки квалифицированных специалистов. Качество молодых профессионалов повышается благодаря участию в престижных конкурсах. Пожалуй, самый популярный из них – чемпионат «Молодые профессионалы», который прошел на базе Славянского электротехнологического техникума. Региональный чемпионат WorldSkills уже седьмой по счету, но по компетенции обслуживания и ремонта оборудования релейной защиты автоматики он проходил впервые. По этой компетенции в Славянском электротехнологическом техникуме была открыта отличная учебная лаборатория при помощи национального проекта образования и федерального проекта «Молодые профессионалы». Эта лаборатория была оснащена новым оборудованием, соответствующим требованиям государственного образовательного стандарта и техническим описанием WorldSkills. Так что проведение регионального этапа именно здесь далеко не случайно. Наша площадка, она, скажем так, первая в крае, которая принимает по данной компетенции. Да, это очень ответственно, очень важное мероприятие. У них получается, да, действительно, 2 дня, 4 часа в день. То есть 4 разных задания выполняются. То есть 2 часа до обеда, следующее задание после обеда еще 2 часа. В соревнованиях приняли участие студенты из Славянска на Кубани, а также Лабинска и Новокубанска. Все они попали на престижные состязания после очень серьезной подготовки. Их цель – проявить свои лучшие качества, как говорится, людей посмотреть и себя показать. После подведения итогов будут определены призеры. Победитель представит Кубань на российском уровне. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События».